вы уже прошли продвинутый курс по Logic Pro, ну или просто знаете Logic как свои 5 пальцев, но вам хочется погрузиться в практику и узнать, какие еще возможности таит в себе этот секвенсор. Что ж, серия курсов Logic Pro на практике создана специально для вас. В курсах данной категории мы разберем отдельные элементы, редакторы, возможности секвенсора Logic Pro и, что самое главное, закрепим применение этих инструментов на конкретной практике. После изучения курсов данной категории вы заметно расширите ваш кругозор по работе со звуком и созданию музыки, а все, что для этого нужно, уже есть в самом секвенсоре Logic Pro. Настало время переходить к практике, коллега. Начни прямо сейчас.